Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу свою новую орхидею. Вот такую вот. Это Альбумера мутация пилорик. Вот, посмотрите поближе ее цветы. Чем эта орхидея отличается от простых орхидей? То, что ее средние два лепестка не раскрываются. Это такая природная мутация. Она очень интересная. Кстати, я еще не встречал таких орхидей. Я ее первый раз увидел и решил, что я ее прикуплю себе. Так что это первая орхидея с такой мутацией в моей коллекции. Я пытался определить ее сорт, я думаю, что это Альбумера. Если у вас есть этот сорт, то обязательно мне напишите. Вот такая у нее листва, узкая достаточно. И хорошо, у нее такие корни и три цвета носа. Вот я заметил такой листик маленький. Я думаю, что это растет маленькая орхидея. Когда она раскроет все бутоны полностью, я вам еще раз ее покажу.